Всем привет! В этом ролике вы узнаете все о вожатых. Вожатых принимают на смену после обязательного прохождения обучения в школе вожатых. Это специальные полугодовые курсы, по завершению которых каждый учащийся сдает определенные ГОСТ-нормативы. Также вожатые в обязательном порядке проходят все необходимые медицинские осмотры и имеют медицинскую книжку. Чем же занимаются вожатые на смене? Они сопровождают детей целый день, учитывая весь план мероприятий на смену. Подъем, завтрак, уборку комнаты. Они обеспечивают досуг, следят за безопасностью и несут дежурство на этаже для младших ребят до 3 часов ночи. Читают книги и помогают готовиться ко сну. А еще они ведут станции – оригами, танцы, музыка и английский язык. Дополнительные занятия проходят на свежем воздухе. А в полувыходные дни после тихого часа проходят настоящие квесты. Форт Боярд – один за всех и все за одного. Фотокросс – захват флага. Вожатые проводят шоу импровизации и даже шоу «Голос», танцевальные мероприятия и батлы. Вожатые ведут таблицу индивидуальной активности каждого ребенка. Самый активный ребенок по окончанию смены получает ценный приз.